Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня я хотел бы провести обзор на мою новую лыжную куртку и зимние штаны, то есть на спортивный костюм, который я купил при вашей поддержке. Этот обзор я уже давно хотел записать, и сегодня, я думаю, идеальный день, потому что я сразу же смогу продемонстрировать вам использование этой одежды на улице. Вот сегодня у нас зима, какое 30 ноября, ну, календарно, конечно, еще зима не наступила, но погода полностью соответствует. Минус 10 градусов, снег, ну, это вы увидите несколько позже. Начать я бы хотел немного с другого. То есть не сразу же с демонстрации моей новой одежды, а с демонстрации моей старой одежды. То есть как я одевался на уличные тренировки раньше, когда уже было холодно, но я еще не приобрел мою куртку и штаны. Вот, сейчас вы видите на экране полностью весь мой сетап, если так можно выразиться, для уличной тренировки. В общем, вот такая вот кофта на замке, обычная кофта шерстяная, старые штаны, которые я купил, когда мне еще было 18 лет, ну или не я купил, а родители, в общем, очень старые, какие-то очень странные подштанники, которые я каким-то чудом нашел, даже не знаю, откуда они вообще, ну, я их не покупал. И еще одна кофта на замке. То есть, вот такой вот был сетап. И сейчас я это все одену для того, чтобы вам продемонстрировать, как это выглядело. Ну, вот просто, знаете, показать вам, как я одевался раньше. Для наглядности, для интереса. Еще такой занимательный момент по поводу этих штанов. Посмотрите-ка, они оказались для меня очень широкими. Спустя время, может быть, я похудел, и я их ушил. Вот видите, я просто взял и вот так вот сшил их просто для того, чтобы они были более узкими, чтобы они не сваливались с меня во время бега. Вот. Я их просто ушил с двух сторон. Представляете, насколько сильно я убавил их ширину. Сейчас я это все надену. Первым делом, конечно, идет футболка. Вот считайте, что я ее уже надел. То есть ко всему тому, что я показал, еще футболка в начале. Затем вот эти странные обтягивающие подштанники. Затем, понятное дело, носки и мои вот эти старые ушитые синтепоновые штаны. Самые дешевенькие такие. Затем раз, кофта. Затем два кофта на замке. И затем три еще кофта на замке. Вот и посмотрите-ка. Вот так вот я одевался. Я занимался вот в такой одежде, в такой комбинации кофт, даже когда было 0 градусов, 0 минус 1. Но от ветра это уже не спасало. То есть я вот так вот надевал кучу слоев, то есть 4 слоя. 4 слоя, и они все довольно толстые. Но от ветра это все равно не спасало. В общем, было уже дискомфортно при минус 1 температуре воздуха. И когда уже снег шел, тоже было дискомфортно. Сейчас же я уже ничего из-за этого не надеваю, кроме одной кофты. Потому что у меня появилась совершенно новая, другая, очень качественная, крутая одежда, которую я вам прямо сейчас и покажу. То есть вот так я занимался. Но долго находиться на улице в такой одежде было очень сложно. А теперь же у меня есть замечательный комплект одежды, и никакие из прежних кофт мне не пригождаются. Ну, одна только я ее надеваю, а остальное все уже не нужно. Итак, давайте начнем последовательно, слева направо. Вот это у меня комплект термобелья. Как вы видите, оно из одного комплекта. Оно одинаковое. Продавалось вот так вот в двух коробочках, склеенных скотчем. Называется термобелье Monte Grande. Здесь особо ничего не написано. Ну вот, давайте я вам зачитаю. Термобелье. Да, вот тут написано, не выпуская нагретый воздух, образует прослойку из теплого воздуха, бла-бла-бла. Синтетические волокна отводят влагу, температуры от плюс 5 до минус 35 градусов. Состав: шерсть мериносов 80% и полиэстер. Monte Grande. Цена 3500 рублей. Вот такой вот комплект одежды размера M. Ну, это где-то 50-й, да, 48-й написано, вот вижу, 48-й. Здесь также была к ним приложена вот такая вот бумажка с интересным наполнением. Шерсть мерино.
Это высочайший класс шерсти. Она включает в себя все преимущества шерсти, однако ее отличает роскошная мягкость и комфорт в использовании. Это достигается благодаря очень малому диаметру волокон шерсти мерино. Термобелье Монте-Гранде из шерсти мериносов суперлегкое, прочное и мягкое на ощупь. В отличие от традиционной шерсти, термобелье шерсти мерино не вызывает зуд на коже и сохраняет свою форму даже после многократных стирок. Ланолин, содержащий в шерсти. Ну, короче, вы поняли. Кто хотел, тот прочитал. Очень хорошая, короче, какая-то элитная шерсть. И термобелье тоже элитное. Ну, тут у нас, как правильно снимать мерки. Ну, это, ну, в общем, полезная информация. В общем, элитная, видите, бумажка. Рекомендации по уходу. Температура не выше плюс 40. Неагрессивные моющие средства. Не кипятить и гладить не надо. Очень удобно. Как раз ненавижу гладить. Очень хорошо. В общем, термобелье. Когда я его надену, вы увидите, как оно смотрится. Смотрится очень хорошо. Мне специально порекомендовали, вот в магазине говорят, вы берите только, чтобы оно сидело на вас не свободно. Чтобы оно прям облегало, обтягивало. Ровно такие размеры мне и нашли в магазине. То есть, получилось. Вот в таких, в общем. 3500. Элитная вещь. С этим разобрались. Очень хорошо держит тепло, это уже я проверил на опыте, потому что занимаюсь не первый день уже в этом сетапе. Просто обзор немножко запоздалый. Дальше штаны и куртка. Это как бы продавалось как спортивный костюм. Вот вы видите, штаны-курточка. Но дело в том, что на самом деле штаны и куртка произведены не одним и тем же производителем. Штаны другие в этом костюме, но они мне понравились больше, и поэтому я их выбрал. Там можно было на выбор, короче, другие штаны выбрать. Итак, штаны у нас другой фирмы. Фирма Five Seasons. Five Seasons штанишки. Тут написано про компанию Five Seasons. Первый раз слышу про нее, но это, походу, Швеция. Это шведский флаг. Если я правильно помню, шведский. Вот, в общем, размер EU40. Получается так. Здесь смотрите, какой интересный материал. Хай-тек 5000. Короче, супер-пупер ткань какая-то слоеная, которая сейвит от ветра, сейвит от воды и дышит при этом. То есть, видите, запомните, в общем, вот эту картинку, запомните название тек и вот, да, Five Seasons. В общем, особая ткань. И я вам скажу так. На ощупь эти штаны отличаются от моих тех, которые я вам только что показывал, ну, от моих старых штанов, которые я ушил. Здесь на ощупь ткань намного более плотная, такая вот прям, вот как, я не знаю, даже, в общем, уплотненная она, вот чувствуется, что она жестче, она вот прям круче. Это совсем другой уровень. Здесь у этих штанов, вы видите, сразу есть подтяжки. Но я вам про их функционал расскажу чуть позже, когда буду уже все это надевать и показывать вам. В общем, вот штаны, ну и куртка. С курткой столько всего поналожили тут. Посмотрите, сколько поналожили. Сколько всего поналожили с этой курткой. В общем, целая книжка на всех языках. Просто это такая, это супер элитная фирма Брюгге, как видите. Или Брюгге, хрен их знает. В общем, здесь у нас рекомендации по стирке. Опять же, не выше 30 градусов, да, опять же, обычный отжим. В общем, абсолютно, я так всегда стираю. Нельзя гладить, бла-бла-бла. Я так понимаю, что это все относится к моей куртке, да. И вот нужно еще соблюдать вот эти инструкции. В общем, в этой книжке только про стирку сказано. Да, в этой книжке только про стирку. Дальше, что у нас тут? Цена. Цена тоже интересна. 9620 я отдал за эти штаны и за куртку. Еще раз напоминаю, штаны Five Seasons, куртка Брюгге. Вот. В общем, штанишки. И тут же приклеили кучу всяких разных кнопок на замену. Надеюсь, у меня ничего не оторвется, потому что менять я их не умею. Так, ой, билет. Здесь у нас пример ткани. Вот, тут прям... Видите, Брюгге. Пример, фокусировка. Пример этой ткани. Вот с одной стороны она такая вот, как обычная рубашка, а с другой стороны она, видите, отражает свет. Почему? Потому что она
как пластмассовая. Вот с одной стороны она супер пластмассовая, с другой тканевая. То есть какая-то двухслойная, особая, прям мега элитная. Вот. Она прям зеркалит, потому что она облита каким-то материалом, ну, как веществом, составом. Что тут написано? Ну, тут не по-русски, хрен поймешь. Вот. Кому интересно, те прочитали. В общем, здесь пример. Здесь еще что написано. Slim, то есть для худых. Лол. И последнее. Вот, опять же, видите? Опять же, текст. И снова изображение двухслойной. Двухслойной этой самой ткани, которая сейвит от воды, ветра и дышит. Видите, от воды ветра сейвит, а ваш пот будет испаряться. Вот. И, в общем, одинаковый концепт у штанов и у куртки. То есть, они на ощупь одинаковые вот снаружи. Вот. Ну, практически. То есть, хоть они и не одним производителем сделаны, хоть они и не из одного костюма, на самом деле, они просто продавались как костюм, но они очень похожи по материалу. Вот. Ну и сама куртка тоже, вот, конечно, хочется показать вам вблизи. Вот, вблизи у нас курточка выглядит вот так. Ну, лучше уже будет на мне. На мне будет лучше видно. У нее тоже масса всяких разных функций. Вот, изнутри она вот такая. Видите, какая интересная. Вот, это рукав начинается. Такой синий цвет внутри. Не знаю даже, вот, как она сделана, на основе чего, что у нее внутри. Но могу уже сразу сказать, что она супер хорошо держит тепло, это правда. То есть это реально элитная, элитный товар. Брюги или бруги. Элитный очень товар, снизу резинка. Ну, давайте об этом чуть позже, да? Вот такая. Что вот хочется обратить внимание, размер у нее M, да? Вот размер, видите, M. Казалось бы, M – это то, что нужно. Но вот тут я, когда уже купил, обнаружил очень интересную надпись. Посмотрите. Где-то здесь, вот. Вот тут вот я обнаружил вот такая вот информационная бумажка, где написано M, типа вот какие у вас должны быть параметры. Мол, рост, вот, рост 171-173, а у меня рост 180. Я еще такой думаю, куртка, не слишком ли она короткая? Вот она вот такая вот, видите, вот длина ее, довольно короткая. А у меня рост, ну, не самый маленький, 180. И я такой думаю, бля, купил не ту, ну, типа, не посмотрел внимательно. Купил не ту, но я мерил ее, и она казалась мне нормальной. Ну, знаете, очень сложно, первый раз в жизни куртку покупал. Поэтому я не знал, как их выбирать, на что обращать внимание. Но по итогу все нормально, и сейчас вы в этом убедитесь. Что еще тут вот последнее могу вам показать? Снова про супер-дупер этот материал. Дышащий супер-гипер материал. Вот. Ну что ж, давайте теперь все это наденем. Я вам покажу мой новый лук. Итак, надел термобелье. Посмотрите. Вот так вот. Можете оценить, насколько оно реально обтягивает. И это суперкомфортно. То есть мне не тесно. Мне давали размер там на один поменьше, его я вообще не мог натянуть. Эту же я надеваю без проблем. Любые упражнения могу выполнять, уже проверено. Вот, ну, вы можете заметить, как обтягивает, да? Вот такое вот термобелье. И, что интересно, в этот раз уже футболочку я снимаю. То есть, футболку я не оставляю под вот этой вот... Это тоже футболка с длинным рукавом, просто... термобельевая. А вот обычную я снимаю все, убираю, а оставляю уже только термобелье вот в начале. Супер-дупер. Здесь заправляю в носки. Вот оно двухслойное, я вам не показал сразу. Вот могу сейчас показать. Вот, да? Вот я. Вот она, внутренняя часть. Внутренняя сторона вот этой футболки. Она, видите, серая. То есть вот тут вот прям очень мягкая шерсть, реально.
Вот, двухслойное термобелье, ну, особое, ну, элитное, ну, 3500 все-таки, понятное дело. Решил не экономить на такой вещи, учитывая, что заниматься я решил до конца жизни, мне это пригодится еще долгие годы вперед, будет пригождаться. Вот, вот такое вот термобелье сейчас на мне. На уличную тренировку, кстати, всегда надеваем двое носков. Одни на одни. Я всегда надеваю двое. Что-то носок тут нереально запылился из-за грязного пола. В общем, носки у меня самые обычные. Надеваю одни на одни. Вот так вот. Чтобы ноги не мерзли, это очень важно. Ну, вот когда минус 10. Кстати, с Новым годом! Merry Christmas! Что еще я, кстати, забыл вам сказать? Еще шапку купил, вот, специально для спорта, потому что если я буду ходить в своей обыкновенной шапке и потеть, то она будет всегда пропитана потом, я не смогу выйти в ней, ну, на какие-то деловые встречи или романтические, поэтому нужна другая шапка, я решил, 400 рублей вот дефолтная шапочка, ну, ее я тоже вам сейчас покажу. Продолжаю одеваться. Дальше, супер топовые штаны. Что в них супер топового? Во-первых, у них можно регулировать ширину. То есть, если предыдущие штаны мне пришлось ушивать, то здесь можно просто-напросто липучку вот эту отлепить и натянуть, переклеить ее на заднюю часть, и штаны сузятся. Вот, видите? Тут стопроцентная регулировка ширины. Отклеиваешь вот эту часть, переклеиваешь дальше, и, штаны, и вот, вот это кольцо, оно натягивается, ну, перемещается сюда. Вот. В общем, очень удобно. Что еще? Тут встроенные подтяжки. Сейчас я вам покажу. В общем, тут вот застегиваем обычные пуговицы, обычный замочек. И оп-шлеп. Вот так вот. Это очень полезная вещь. Подтяжки просто нереально полезны. Особенно, когда вы подтягиваетесь, да? То есть, руки вверх поднял, начинаешь подтягиваться, но штаны не сваливаются и спина не оголяется. Поэтому очень комфортно заниматься различными упражнениями, когда есть подтяжки. Это просто ну, супер удобно. Без них я не представляю, как можно заниматься. Я занимался, и было ужасно. Было супер дискомфортно. Можно бегать, ничего не сваливается. И даже не обязательно, собственно, затягивать вот эти боковые регуляторы ширины. То есть штаны могут оставаться широкими. Вот. Посмотрите, здесь у меня еще две руки влазят, вот тут, но они не падают, мне незачем их натягивать. В общем, супер кайф, я их максимально сильно опустил, чтобы штаны не задирались, ну и все, собственно. Вот так это выглядит сзади. Что я надеваю дальше? А дальше я надеваю ту самую кофточку. Это, собственно, единственное, что будет у нас под курткой. То есть термобелье, кофта, куртка, все. Этого вполне достаточно, потому что куртка, повторюсь, нереально хорошо держит тепло. В дополнительных слоях нет необходимости. Сейчас я ее надену. И я ее заправлю в эти штаны, чтобы она не торчала. Как вы поняли, куртка совсем не длинная. Она не закрывает попу. Она вот примерно на поясе уже заканчивается, эта куртка. И чтобы ничего не торчало снизу, а то будет некрасиво, просто заправляем это дело в штаны и уже сверху надеваем подтяжки. Все. Вот так вот я и занимаюсь. А дальше куртка. Та-дам! Ну и шапочка еще, конечно. Та-дам! Шапка была только такая. Но я подумал, какая разница, какой у нее дизайн, какой у нее цвет. Главное, чтобы была. Ну, а мне было лень идти в другой магазин. Я купил первую попавшуюся. Но мне это не принципиально. Итак, давайте покручусь немножко.
Что хочется сказать. Вот по длине рукава вообще все абсолютно идеально. Ой, тут кармашек не застегнут. Да, тут карманы прямо на руке. Только на одной. На левой руке. Вот карман здесь. Я в него кладу обычно банковскую карту, когда иду в магазин. Потому что очень удобно. Ну, просто быстро, короче, прям можно достать любой предмет из кармана. Вот. Вот длина рукава супер хорошая. А вот длина вот здесь... Ну, это вы мне скажите. Я вот впервые в жизни куртку купил, не разбираюсь. Поэтому доверяю, ну, так сказать, продавцам и производителям. Если у нее такая длина, значит, так и надо. Значит, так и должно быть, да, чтобы было удобно приседать, чтобы куртка не стесняла движение в области таза. Понимаете, да? По-моему, эта длина оптимальная. Вы еще посмотрите, как это выглядит, когда подтягиваешься. Понятное дело, когда подтягиваешься, она задирается. Но благодаря подтяжкам здесь не образовываются дырки в одежде. И холодный воздух не проходит. В общем, очень тепло, комфортно. Я уже проверял. Я уже в этом сетапе. Я уже в этом сетапе бегал. Уже хожу на тренировки регулярно только в этом, потому что, ну, минус 10. Но меня это нисколько не останавливает. В такой одежде хоть в минус 30 можно. То есть вы поняли, да, термобелье это до минус 35. И куртка это мне в магазине сказали, я вот вроде как нигде не нашел информации вот в этих бумажках, но она вроде до минус 20 или 25, ну минус 20 точно. Минус 20 точно еще буду заниматься в этой куртке и все как надо. Еще два предмета одежды осталось. Это, конечно, обувь и перчатки. Перчатки у меня супер дефолтные, сейчас покажу. Перчатки вот, вообще вот самые дефолтные, вот такие вот, ну, на рынке купил за сколько, 200 рублей, по-моему. Видите, вот такие вот внутри, ну, типа меховые, теплые перчатки, я прямо в них подтягиваюсь. Вы спросите, как так? Они же скользкие. Ну да, тренирую силу хвата, просто держусь посильнее и все, и нормально. И обувь. Обувь я уже показывал в одном из своих предыдущих видео. Это видео, что я привез летом от родителей, когда я ездил к ним в гости. Это видео вы можете найти по ссылке в подсказке и в описании под видео. Можете посмотреть, если интересно. Но сейчас я тоже вам их продемонстрирую, эти ботинки. Итак, ботиночки. Довольно грязно. Может быть, лучше сюда перейдем. Ботинки. Эти ботинки тоже были куплены, когда мне было 18 лет. То есть, им уже 7 лет, получается. Этим ботинкам уже 7 лет, и, как вы можете заметить, они нифига не спортивные. Но они сделаны чуть-чуть под кроссовки, да? Они чуть-чуть на кеды похожи, на кроссовки. Но при этом, конечно же, это стиль деловой, абсолютно не спортивный. Но они настолько старые, что мне абсолютно плевать уже на их состояние. И я занимаюсь с них спортом, я в них бегаю, мне пофиг. Ну, они на шнурках, то есть их можно затянуть посильнее, да и побежать. Какая разница? Я купил стельки, короче, в них. Новые стельки, как вам показать? Я не хочу доставать новую стельку. Вот вы просто посмотрите, вон серые. Это стельки я купил супер новые, прям, ну, для тепла, чтобы прям нормально было. Это стельки, опять же, не спортивные, не кроссовочные, а самые обычные войлочные шерстяные стельки. Купил, вырезал, вставил туда. По размеру идеально подошли. Все. Теперь я занимаюсь в этих ботинках. Они уже очень старые. И мало того, что они выглядят плохо, ну, то есть, вот видите, тут уже все изорвалось, вот. Вот это все, это было коричневым. Это было коричневым, но видите, вот коричневое все порвалось уже от старости. Они уже, вот, подошва была белая. Подошва была белая, как зубы младенца. Теперь она желтая, как кубики папича. Ой, в общем, вы поняли. И, в общем, ну, это еще не все. Внешний вид, это еще не все. Вот тут, так вообще полный прорыв. Вот тут полный прорыв, видите? Да ё-моё, фокусировка. Вот тут полный прорыв. То есть вот, это стельку вы видите, то есть тут насквозь. Вот эти нитки, которые держали подошву и саму вот эту вот материал, они порвались, и теперь тут полностью дырка. Если сюда попадает снег, то он попадает сразу на ногу, сразу же там тает, и получается, что, ну, вода сразу же у вас в ногах.
Но я стараюсь бегать там, где снега не так много, чтобы он не набивался в ботинок. Вот. Ну, в общем, да, конечно же, это не спортивные кроссовки. Зимние спортивные кроссовки стоят довольно много. Но я подумал, зачем они мне нужны, если у меня есть вот это старье, которое мне не жалко, в котором я не могу ходить на деловые встречи, на свидания. Я не могу входить в это. А зато спорт, который может их еще больше уничтожить, как раз подходит. В общем, мне не жалко, мне супер пофиг. Вот, в общем, вот в этом вот я занимаюсь. Буду заниматься, пока они не рассыпятся просто в труху. А там уже подумаю, может быть, я куплю что-то новенькое. Вот и все. Блин, мне уже так жарко, вы не представляете. Мне уже так супер жарко в этой одежде, а я уже полностью оделся на тренировку. Почему бы нам сразу и не пойти на улицу? Увидимся уже там. Я возьму с собой штатив. Все, я пошел. То есть пошли вместе. Пойдемте вместе на улицу. Там как раз сейчас прекрасная погода. Минус 10, снежок, красота. Пошли. Вы только посмотрите. Это просто рай какой-то. Вот это погода. Снег только выпал. Он только выпал и осел ровно на ветках деревьев. И самое интересное, ветра нету. Ветра нет, абсолютно. И он весь на нем, на них висит, как на картине какой-то. Интересно, а что будет, если ударить такое заснеженное дерево? Лол! Тут еще есть. Опа! Nice. Ну-ка, если наверх, взгляните-ка, сколько там снега. Посмотрите, сколько там снега. Сейчас он упадет на вас. Держитесь. Воу. Бля. Прям на камеру. Достаточно. Как же на самом деле романтично. Невероятно романтично. Каждая прогулка до спортплощадки, на которую мы почти уже дошли, это, ну, просто романтическое приключение. Всегда какая-нибудь хорошая погода. Прекрасный зимний денек. Чудесная музыка в наушниках, которая из моего плейлиста с самыми лучшими хитами в мире. Просто вот каждый раз прогулка и... Да, очень романтично. Вот особенно сегодня. Сегодня так вообще просто рай. Сегодня тренировочка у нас будет на турнике и приседания. Вот ноги плюс бицепс плюс, ну, спина. Вот и все, собственно. Как я себя чувствую? Ну, просто великолепно. Имею в виду в плане одежды, в плане холода. Это просто рай какой-то. Я забыл, что такое холод на самом деле, когда я купил эту куртку. Я забыл, что такое чувствовать дискомфорт, как-то вот холод. Вы можете спросить меня по поводу пота. Да, вот если тренировка беговая, ну,
кардио-тренировка, да? Беговая, например, ну или интенсивная, круговая, такие я тоже иногда делаю. Ты же очень сильно потеешь. Как же зимой быть потным? Да, это правда. На самом деле потеешь очень сильно, и пот не высыхает. То есть я вот прихожу домой после такой тренировочки, все, конечно же, насквозь мокрое. Термобелье все мокрое, кофта даже насквозь тоже. Но пока я вот иду до дома, я уже не бегу, да, пока бежишь, понятное дело, жарко, тебе вообще пофиг, бегать можно хоть голым. Ну, нельзя, конечно, но вообще никаких дискомфортов. Но пока я иду до дома, дискомфорта тоже нет благодаря этой куртке. Ну, я вот так вот оцениваю, даже потному, то есть пот вообще, он не может охладиться, то есть пот, он же для охлаждения создан, да, он высыхает, охлаждается, но у тебя под курткой он вообще не охлаждается и вообще ни капельки не холодно. Вот что я имею в виду. Вот даже когда я домой прихожу, я снимаю куртку, и мне становится холоднее, чем на улице. Понимаете? Я прихожу домой уже в квартиру, снимаю куртку, там плюс 23 в комнате, плюс 24. И мне становится холоднее, потому что пот начинает охлаждаться. А так вот он вообще не охлаждается, потому что ветер не может продуть эту курточку, она, ну, прям горнолыжная. Это горнолыжная куртка. Горнолыжная. Вот, собственно. Все, вот, уже начинаем заниматься. Конечно, вот по поводу того, что движения сковываются, да, по сравнению с летними тренировками, это кошмар. Ну, то есть, летом у тебя что, футболочка, все. Летом, конечно, намного комфортнее. А вот здесь приходится приложить больше усилия даже для того, чтобы размяться. То есть для того, чтобы вот круговые движения плечами осуществить, тебе надо вот эту всю массив одежды тоже на себе поднять, прокрутить. Ну, в общем, конечно, тяжелее. Но, с другой стороны, больше энергозатраты, больше активность. Для жиросжигания будет лучше. Ну, ладно, это вообще незначительно. Вот, в общем, уже разминаюсь, собственно. Все. Холода никого нет. В ногах новые стельки. Новые стельки сейвят очень хорошо. В ногах вообще тоже никакого холода. Абсолютно. Вот можно находиться на улице хоть 3 часа. Вообще никаких проблем. Конечно, если вспотел, то дискомфортно. Ну, понятное дело, быть мокрым дискомфортно. Но главное это, что не заболеешь. Я уже сколько занимаюсь на улице зимой. Ну, сейчас еще не зима, но вы поняли. Сколько я занимаюсь, вообще никаких болезней. Ничего. Хотя раньше я осенью стабильно болел. Не знаю, стоит ли связывать эти ситуации. То, что я занимаюсь, и то, что я не болею. В общем, вот уже разминаюсь, а что? Сейчас приступим сразу. Очень-очень приятно. Зимой, кстати, мало кто занимается. Вообще, да, зимой никто не занимается. Спортплощадка принадлежит одному вам. Одному мне, в скобочках, любому из вас. Ну, с другой стороны, если мы все одновременно придем на спортплощадку зимой, то она перестанет принадлежать только одному. Ну, никто не придет, я и знаю. Ой. Так, что еще? Большие махи. Так, ничего не ударить. Оп, шлеп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Опачки! Вот так вот. Все. Немножко вот так вот. Динамическая растяжка вот так. Для грудных мышц вот так вот. Хотя грудь сегодня мы не будем делать. Но все равно. Так, раз, 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 раз. Я вот так делаю. Очень даже. О, немножко так подмялись, да? Все, попрыгали. Главное не подскользнуться, кстати, и не упасть. Я уже падал. Но в такой одежде падения не страшны. В общем, вообще не холодно. Ни капельки. Особенно, когда спортом занимаешься, то тем более не холодно. Но даже и без спорта эта одежда, она хороша даже и для походов, для дальних прогулок с женой. Ну, она выглядит не так, как надо, конечно. Зато ты неуязвим для погодных условий. Вот. Ладно, нормально, чуть-чуть так размялся. Надо сделать теперь подходик. Сейчас. Так, оп-шлеп. Сейчас повернем. Турничок вот. Сегодня вот сделаю обратным хватом. Давно не делал.
Думаю, будет хорошо, полезно. Прямо в перчатках. Можно даже микрофон не отключать, ну-ка. Ну да, он мне не помешает. Прямо с микрофоном сделаю. А, вот, тяжело. Скользят руки, да. Ну а что поделать? Ну, 6 разков надо. Оп. Опа, 6. Нормально, да. Когда делаешь обратным хватом, то очень легко с огромной силой сжать турник. Ну, как бы вот такое вот положение руки, оно очень естественно для сильного хвата. Вот когда делаешь широким, вот это уже сложно. Больше всего вот страдают, ну, не страдают, а устают предплечья. То есть такого не было летом. Почему? Потому что не было перчаток. Сейчас же скользишь сильно, приходится держаться намного сильнее. Допустим, я не могу провисеть даже там 30 секунд. Зато тренируем хват, получается. А почему нет? Я не вижу этим проблемы. Пофиг. Вот. Первый подходик такой. Разминочный, но еще не рабочий. Отказа пока нет. Вот. Ну, тяжелее. Почему? Во-первых, да, скользящие перчатки. Это очень, да, это реально усложняет. И, конечно же, одежда тяжелая. То есть это плюс вес, ботинки. Все вот это, все вот это. Я заметил, что стало тяжелее, прям 100%. Зато летом как легко будет, все снимешь. Сразу выход на 2 с первой попытки и все такое. Вот, сейчас перерыв между подходами не засекаю, а так просто по ощущениям. Второй подход, если будет такой же, уже будет тяжело, конечно. Да. Ну, как получается. Вот. По поводу бега. Бегать в этом тоже суперкомфортно. Бегать абсолютно нормально. Даже в моих неспортивных вот этих, у них подошва не амортизирующая, да? Понятно. Но и сейчас тоже не лето, и поэтому все покрыто снегом. Снег, он намного мягче. И бежится, как летом, вот как в кроссовках, так же амортизационно. Короче, все складывается как надо. Бежишь себе, да и все. Шнурки тоже это удобно. Завязал потуже. И все хорошо. Вот, бегу 30 минут, дышу носом. Носом дышу, чтобы, да, если ртом дышать, то минус голос, можно заболеть горло. Все такое. Вот единственная проблема еще, вот зимняя тренировка, раз сегодня такой обзор и на одежду, и на тренировку сразу. Нет воды, воду принесешь, замерзнет. Надо бы термос, но термосы все большие, вот я был в магазине. Термосы вот такого размера, бочки. Куда их, в карман не положишь, тут ставить их, пить неудобно. Я думал, вот маленький какой-нибудь, чтобы прям хоть в карман внутренний можно было положить. Маленький термос, не знаю, объемом 0,33. Вот мне бы 0,33 хватило просто пару глотков сделать, а то, конечно, пить хочется. Даже учитывая, что не жарко. Не жарко, конечно. Вот, приходится терпеть, ну и ладно. Так, пора подход сделать. Сделаю еще 6, наверное. Ну, как пойдет. Перчаточка, все. Оп, шлеп. Фу, сразу пошли. Бицепс получается у нас. Фу, раз, два, три. Ну, следующий точно рабочий. Ладно, следующий до отказа буду делать. Вот так вот. Что еще вам сказать? Рай. Рай на земле. Вот такая вот жизнь. Без упрека, без фальши. Он искал. Но его нашли раньше. Зимний закат с розовыми облаками. Взгляните. Взгляните на это чудо. И проглядывается синее небо, райская погода, а вот это дерево, все в снегу, ни хрена не видно. Капец, я пока снимал видео, случайно с микрофоном слишком далеко отошел,
и телефон упал в снег. Я уронил телефон прямо в снег вместе со штативом. Но вроде бы ничего не повредилось, снег благомягкий. Ой, блин, капец, пришлось это все возвращать, настраивать. Уже сделал еще подходик, уже вот сейчас четвертый. Четвертый, не знаю, maybe последний. Так, ничего не упадет у меня, ничего не упадет. Четвертый, последний подходик сейчас надо сделать. Фу, пока телефон опять настраивал, руки замерзли нереально. А все остальное в тепле. Ой, сколько сделаю, не знаю, хоть сколько-нибудь бы. Вот это пробивной подходик. Фу. Дальше, наверное, приседания. Достаточно подтягиваний на сегодня. Замечаете, как уже темнеет? Конечно же, съемку видео надо заканчивать, потому что уже видно ничего не будет. Что вам еще вот показать по поводу куртки? Значит, последние, да, моменты. Вот тут вот у нас застежка. Для того, чтобы, ну, рукав утягивать. Тут и резинка, вот, видно. Видите, да? Вот тут и резинка, и застежка. То есть, чтобы снег, ну, вот если кто, да, реально занимается лыжами, снег не попадал в рукав. Это же ужасно. Неприятно. А тут затягиваешь, и все. Но мне это вообще не нужно, я этим не пользуюсь. Мне пофиг. Ну, и снизу резинка тоже. Не знаю, видно? Вот. Снизу резинка. Я не такой толстый, то есть у меня она, ну вот прям едва-едва обтягивает. Если бы я был потолще, она бы прям хорошо обтягивала, но этого достаточно. То есть ветер не залетает сюда вообще никак. Даже если я хватаюсь за турник, да, куртка приподнимается, но резинка все равно окружает мою талию. И воздух холодный не проходит. Ну не знаю, конечно, сейчас... Условия еще щадящие. То есть вы скажете, минус 10 и ветра нету. Да, сегодня такая погода. Я попробую позаниматься и в минус 20 с ветром. Это я попробую сделать. Будет холодно, пойду домой просто. Вот. Пока что такие вот результаты такого сегодняшнего обзора. Вроде бы это все, что я хотел вам сказать. Вроде ничего особенного больше. А, ну и вот еще последнее. То, что здесь у моих этих, ну вот, у штанов, вот тут вот, видите, еще такая штучка. То есть они двухслойные. Верхний слой это вот синтепон типа. А снизу еще вот такая вот, которая должна ногу в теории облегать. Но она слишком широкая, она ногу не облегает, видите? Вот. Чуть не упал. Еще такая снизу, в общем, вот такая штучка. Но в любом случае, больше слоев теплее. Вот. Вроде бы это все, что можно сказать. Вот так вот занимаюсь. Сегодня вы все узнали. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня вот в моем желании купить данную куртку. Кто на стримах задонатил. Спасибо большое всем. Спасибо всем, кто посмотрел данное видео, кто ждал этот обзор, кому он был интересен. Вот я с мыслями о вас его снимал с большим энтузиазмом. Что вам будет интересно. Ну, в общем, я точно знаю, что говорю это все не в пустоту. И определенные люди оценят его по достоинству. Все, не могу закончить. Ну приседания дальше, ну сейчас покажу. А дальше приседания, вроде ноги уже размял. Пока телефон в снегу лежал, я ноги разминал. Приседания, да, тяжело, конечно, да. Не спорю, вообще в одежде, ну сковывает вот приседание такое вот. Многосуставное движение прям сковывается, но... Я прям стараюсь со всей силы. Вот так вот руки ставлю. Ну и сколько? 30. 30 разочков надо присесть, да? Так вот делаем и... Фу.
Дыхание. Опа, то есть легко, да, уже привык. Для меня намного большую нагрузку выпады делают, оказывают намного большую нагрузку. Я выпады 15 раз делаю, просто иду вперед, да. Иду вперед вот так с выпадами, раз, потом снова, раз, вот так вот. Вперед иду с выпадами, все. 15 шагов, я уже все, не могу. Выпады мне больше нравятся. Сейчас их пойду тоже поделаю. Спасибо еще раз всем. Всем пока. Вперед к спорту. До конца жизни. Навсегда.